МММ, значит нет. Денег у меня нет, но зато у меня есть золотой ключик, который можно открыть любое сердце. Ура! Дорогой Сиан, я даю тебе в подарок этот ключик, которым ты будешь открывать для зрителей дверь в сказку еще много, много лет! 80-й день рождения отметил Государственный русский драматический театр имени Антона Павловича Чехова. Юбиляры порадовали традиционным в театральной среде капустником, столь любимым зрителями праздничным жанром. 80 лет театру! И дай Бог, чтобы наши дети умели так чувствовать, как мы чувствуем! Не менее ценные слова благодарности чеховцы услышали от представителей парламента, Минкультуры и Союза театральных деятелей. А посольство России в Молдове, представительство Россотрудничества и акционерное общество «Молдова-ГАЗ» поощрили артистов и ветеранов театра материальными премиями, а также подарили автобус для выездных гастролей. Театру выпала важная и ответственная миссия – быть хранителем и продолжателем традиции Русской театральной школы Молдавии, проводником русского искусства, площадкой, объединяющей культурные устремления соотечественников и всех, кому близки и дороги наши общие духовные ценности. И я очень доволен тем, что сегодня театр является таковым, как здесь мы хотели видеть. Спасибо большое. Театр должен быть не только дом, куда будут приходить зрители, но и должна быть возможность передвигаться и приехать к зрителям. Ведь гастроли – это неотъемлемая часть жизни театра. Поэтому я с большим удовольствием вручаю вам этот сертификат на автобус марки Hyundai. Великое торжество, когда театр живет, коллектив и старое, и молодое поколение. Деятели культуры передают друг другу традиции. И в этом плане мы очень довольны тем, что сегодня имеем возможность приходить. И мы часто бываем, между прочим, с супругой здесь, смотрели спектакли. Это как бы сохраняется окно культуры русского мира. Искренние слова признательности чеховцы услышали от коллег из других театров Кишинева и Молдовы. Огромный срок. Но то, что они творят на сцене, в этом возрасте, и это тоже является очень хорошим примером для нас. Надо заниматься спортом, но самое главное – ходить в театр. Надо читать, надо сегодня общаться и говорить о тех философских вопросах, которые вечны и постоянно вокруг нас. Сегодня театр – это особый вид искусства. Театр сегодня дает то, что не может дать ни одно другое искусство, а именно настоящую жизнь на сцене. Мы сидим в зале, и любое движение, неловкое слово, а другими словами, фальшь, который может произойти на сцене, она абсолютно сразу становится заметной. Поэтому артисты этого театра, они действительно большие профессионалы. Это огромное удовольствие приходить на вашу премьеру, смотреть на вас, и, безусловно, вставать после каждой премьеры и аплодировать вам, и кричать «Браво!». Мы до конца следующего сезона
поговорили и взяли на себя обязанность такую полностью поменять эту сцену. Публично, чтобы никто не сказал, что это каким-то образом потом забывается или еще что-то, всегда сможете припомнить. Но я обещаю, до нового сезона здесь будет абсолютно новая сцена. Toate dansurile care le-ați făcut voi aici m-ați dat absolut paf. Eu vreau să-ți spun una. N-aveți voi 80 cum n-am eu 70. Un lucru pe care a spus-o Anton Pavlovich Cehov. Anton Pavlovich Cehov, genial, îți scăza. Таланту надо помочь, бездарь сама придется. Я таюсь, дорогой Костя Кеча, во кварте интим пентру тине, кому директор де театру. А ечь ай тот, че стребуй, как се искалешь, пе чине примешь, мустраре, пе чине... Да и что к пене имена сюда, я парафилка любешь, тот. Исполняется 80 лет замечательному государственному русскому драматическому театру имени Антона Павловича Чехова. Невероятно! А ты знаешь, сколько спектаклей было сыграно за это время? Даже не представляю. Множество великолепных спектаклей. Так давай же пожелаем им в этот день больших творческих успехов, успешных гастролей, высоких званий, тепла и любви зрителей! Каждое утро смотри в небеса, нам облака этот путь начертали, но раскрывай же пошире глаза, в них отражаются синие дали. Шар летит все выше, выше. Дорогие мои, добрый вечер. Вы знаете, сегодня говорят, что в театре холодно. Так много любви, так много тепла. Кто сказал, что холодно? Мне жарко. Бьется сердце так, что просто готово выпрыгнуть из груди. Потому что мы пришли в большую семью. Нам чуть-чуть меньше. Нам 70, вам 80. А что такое 80? Кто-то говорит, по людским меркам может быть и много. А для вечности одно мгновение, щелчок. И хотелось бы театру пожелать, чтобы таких мгновений было еще много, потому что искусство, оно вечно. Артисты на сцене и многочисленные зрители в зале вспоминали и о патриархах чеховской сцены, каждый из которых оставил после себя бесценный опыт и добрую память. Память, добрая подруга, сохрани нам этот взгляд навек. Пусть его не тронет вьюга, не засыплет сердце стылый снег.
Греческая драма и русская классика, молдавские фольклоры, славянские обряды – все смешалось в представлении, которое подарили артисты театра своим многочисленным почитателям. А тут еще мужья. Точно. Обеды, да. Стирки, дети. Да. Но мы к искусству не теряем интерес. Да. И пусть в театре холод и усталость, ага. И пусть зарплаты мало, и опять. И что вы нам не говорили, клянемся, роли будем мы играть. Это наши замечательные партнеры, и мы им помогаем всем, чем можем. Вот, ну, например, наш светлый автобус всегда в распоряжении театра, когда они просят, и выезжают в Бельцы, например, на гастроли в другие города. Мы с удовольствием это помогаем. Мы выкупаем билеты для наших соотечественников. Вот и сейчас мы выкупили билеты на 4 спектакля этой вот юбилейной недели. Раздайтесь, вокальные припевы! Да здравствуют нежные девы и юные жены, любившие нас. Полнее стакан наливайте, на звонкое дно, в густое вино заветные кольца бросайте. Подымем бокалы, содвинем их разом. Да здравствует музы, да здравствует разум. Ты, солнце святое, гори, как эта лампада бледнеет пред ясным восходом зари, так ложная мудрость мерцает и тлеет пред солнцем бессмертным ума. Да здравствует солнце, да скроется тьма! Очень, очень приятно, что у нас, у нашего театра так много достойных и настоящих друзей. Мы будем и дальше стараться радовать наших зрителей. И каждый раз, выходя на сцену, будем оставлять кусочек жизни и давать кусочек своей любви зрителям. 80 лет – это еще не век. Театр уже как явлению без малого 40 столетий. Пусть же и театр Чехова как минимум столько же лет радует своего зрителя. Дорогие зрители, спасибо вам. Нам 80 лет! Спасибо! Будьте счастливы и ждем вас в театре!